Я прошу прощения, здесь что-то... Черт! Это такое? Пилот, хрен ты делал, ты же не знал! Thank you.
уходим! Финиш. Тут уже не оторвемся. Говорил же, говорил. Не надо. Стойте! Вы вообще кто? Куда мы идем? Че, остаться хочешь? Что со мной? Откуда мне знать? Авария или передоз? Я умер? В коме. То есть это все сон? Воспоминания. Чьи воспоминания? Все, кто в коме. Все, кто впадает в кому, попадают в одно и то же место, сюда. Наш мозг создает поле воспоминаний, а в коме он отключается и настраивается на это поле, как приемник на волну. Смотри. Дома, вещи, люди. Что мы помним, то тут есть. А чего не помним, просто нет. Так и получается. Воспоминания. Понятно. А эти люди, которые... Это не люди, я же говорю, это воспоминания. Ну хорошо, а эти черные твари, это тоже воспоминания? Стой. Стой. Боец Лай, ты местность проверишь или мне самому здесь проверять? Только что проверяла. Еще раз проверь. Слушайте, а куда мы все-таки идем? Ну что, у вас летает? Лезь давай.
Это нора, такое бывает. Кто-то запомнил автобус у здания, а кто-то в поле. Воспоминания перемешались. Где пилот? Манком на себя жнеца увел. Иначе не выбрались бы. И ты позволил? Ты позволил ему? Эй! А не я ли тебе говорил, что этот район опасный? Еще на резцо у нас же чертика. Времени же не было, я говорил. Вы меня торопили, там все поменялось. Зачем вообще туда было лезть? Я абсолютно уверен. Оно того стоило. Флай, покажи ему тут все. И посели наверху. Пошли. Все, концерт окончен. За работу. Танк. Почему дорога прорастает? Ты что, жнецов в гости ждешь? Давай взрывай иди. Да у нас взрывчатки почти не осталось. Экономим. Экономимся. Ты видел, как они прыгают все. Все проходы к этому зданию мы взрываем. Но их все равно кто-то помнит, поэтому они снова прорастают. Чтобы жнецы не прошли, всегда нужно быть начеку. Мы дежурим по очереди. Ян говорит, где-то в Коме есть целый остров, свободный от жнецов. Мы все время ищем тех, кто поможет нам туда добраться. Тебе он почему-то очень уверен. Есть и пить тут надо. Голод, холод. Это все воспоминания, но все как по-настоящему, так что приходится ходить наружу. Ходят те, кто в отряде, у кого есть способности. Я не помню своего имени. Никто не помнит. Кстати, придумай себе прозвище, пока кто-нибудь другой не придумал. Так, это все сон. Идем. Это просто все сон. Это проснуться, это же комната. Эй! Чтобы тебя спасти, только что человек погиб. Нельзя проснуться, понимаешь? Твое тело там, в коме, ты здесь. Ничего не сделаешь. Сны. Пока мы спим, они материализуются. Так мы можем вспомнить что-то из реальности. Привыкнешь. Там живет гном, танк, дальше спирит, астроном, я и фантом, остальные внизу. Одежду, оружие получишь у танка. Вы с фантомом вместе? Что? Пусто. Ну, ты поспишь пару недель, что-нибудь появится. Это твоя, заходи. Вообще, новичок обычно проходит испытания, но тебя Ян почему-то сразу решил сюда к отряду поселить. А, это тот с балкона, он у вас тут типа самый главный? Он типа тут дольше всех. Он выходил из комы однажды, и поэтому мы знаем, что это за мир. Он нас научил выживать. Мы все ему обязаны жизнью. В том числе и ты. Ладно, отдыхай. Завтра посмотрим, что в тебе такого. И мы с фантомом не вместе. Да нет, я не имею в виду. Ему так почему-то кажется. Но это не так.
Угу. Ты, кстати, вправду феномен. Только ходить туда не вздумай. Ну, штука дурная. Заблудишься. Назад уже не выйдешь. Ну что, как сам-то? Освоился? Ну да, вроде. Ты мне это не свисти. Тут у всех крыши это начал. Я там попрессовал тебя чуток. Не держи зла. Да, все в порядке. Мир. Мир. Ты понимаешь, Ян этот остров свой ищет там, избранных нам указывают там каких-то. Не, не мои дела, я не против. Но мне людей сохранить надо. Дисциплина боевая, субординация. Я понял, все понятно. Молодец. Ты мне сразу понравился. Куда мне и других? Девчонку тоже не трогай. Нравится она мне. Ломается, конечно, но ничего. У нас с ней на финишной прямой. Ну, я бы так не сказал. Ян, конечно, может, что-то в тебе и разглядел. Но ведь он ошибался уже не раз. И потом отряд ведь не Ян ведет, а я. Тебе дружить со мной надо, а ты мне грубишь. Да нет, я просто хотел сказать, что она должна решить сама. Не разобрался ты еще тут. Вставай. Зачем? Встать, боец! Шагай. Тебя уж там все заждались. У некоторых открываются уникальные способности. Все зависит от особенностей мышления и предрасположенности. Спирит вон жнецов чувствует на расстоянии и призраков вызывает. Астроном маршруты строит. Пилот мог живых людей находить в коме. Чтобы раскрыть эти способности, человеку нужен толчок. Нужна опасность. Смотрим, в чем ты у нас такой особенный. Гном, половину поставь. Эй, соберись. Сделай что-нибудь. Не очень. Знаешь, часто способности раскрываются в реальном бою, там, снаружи. Так было со мной, например. Но мы же не звери тебя в реальный бой-то сразу. Мне тут гном тренажер смастерил. Давай свой пугало, гном. Давай, говорю.
ты же не можешь ничего. На жизнь чем зарабатывал? Я архитектором был, кажется. Кабель! Принимай пополнение. Архитекторов у нас еще не было. Выше! Кабель! Вот к тебе пойдем. До взрывчатки. Ближе мы, похоже, все уже почистили. Собирайся! Есть, командир! А ты работай, архитектор. Дармоеды нам не нужны. Расселся. Работать кто будет? Ну ты чего? Тебе повезло, ты дурак расстраиваешься. Чё, мое везение? Ну нет у тебя этих ценных сверхспособностей. Ну и что с того? Вот посмотри, сколько нас таких, кто испытания не прошел. Ком начальство ошиблось. Зато наружу ходить не надо. Целей будешь. Ну, живи себе потихоньку. Потом выйдешь из комы однажды и снова в путь. Вот только ждать придется долго. Время тут течет иначе. Мы точно не знаем, но похоже, не меньше, чем 1 к 100. День в реальности многие месяцы в коме. Я здесь 15 лет, а можно прожить и 1000. Вопрос лишь в том, кем ты хочешь прожить эту 1000 лет? Это же вы меня спасли. Может быть, вы мне скажете, зачем я вам нужен? Это не важно. Кем ты хочешь быть, решать тебе. Ты можешь железки таскать всю жизнь, но можешь развить свои способности. Ну, правда. Правда, способности бывает не сразу распознать вначале. Человек чувствует, что может что-то, а ничего не получается. Ну да, я там в городе, кажется, построил дом, но я не знаю, как. Я здесь пробовал что-то построить, но у меня ничего не получается. Ну, Фантом не врал. Способности иногда раскрываются на выходе. Мы не гоняем новичков наружу, это большой риск. Но это личный выбор каждого. Вот в его случае это сработало.
Нечеловеческая сила, скорость. Ну и стал тут лидером. Я тут много кого видел. И знаешь, мне кажется, мы тут не случайно. Тут все, у кого не получилось там, в реальности. У кого там не было будущего. Я почти ничего о себе не помню. Так только, обрывки какие-то. Может, оно и к лучшему? В смысле? Без груза воспоминаний мы можем начать с чистого листа. Никто не скажет тебе, кто ты, кроме тебя самого. Этот мир, он создан из наших мыслей. Правила здесь немного другие. И здесь, в отличие от реальности, можно получить то, что тебе хочется. Но это не значит, что ничего не надо делать. Никуда прицел не уйдет. Поняла? Да. Вот, ладошку кушайся. Ты чего? Я иду с вами. Чего? Строй встал. Возьми его. Нахрена? Затем, что я так сказал. Его же убьют. Значит, убьют. Железки есть кому таскать. Значит, смотри. Я поняла. Спасибо. Астроном. Извините, а мне кто-нибудь даст оружие? Тоннель гнома. Там свернем. Да-да, вон мой тоннельчик. Я прошу прощения, а почему тоннель гнома? Потому что я его помню. А ту красавицу, к которой мы идем, я помню. Этот мир создан из воспоминаний. Иногда четко можно определить, чьи это воспоминания. Кстати, у астронома есть целая теория насчет снов. Ты у него спроси, крыши поедет. Расскажи, астроном. Я слышал, у тебя их много. Что, снов? Да, в комнате. Ну, да. Ведь кома – это разрыв сознания тела. И здесь мы теряем наши воспоминания, теряем себя. Так? Ну. А в снах есть вся информация о том, что мы запомнили в жизни. Там даже есть то место, где мы сейчас находимся. И можно найти самого себя, спящего. А, то есть так можно выйти из комы? Что ты несешь там, а? Вам же Ян говорил, все, кто ходил в сны, все погибли до единого. Ну что тут непонятного? Но это же не означает, что это невозможно. Тебя кто спрашивал, а? Жнецы! Не-не-не, не опасно. Тут 2 дня пути в обход. Что, они нас видят? Чувствуют. От нас сигнал идет. Частота. Я так манок и сделал. Что за манок? Ну, это, чтоб, если что, не всех накрыло, а только одного. Как пилота. Включаешь манок, все жнецы на тебя. А дальше подрываешься в динамит. Если этот мир из воспоминаний, то откуда здесь они? Из нас. В смысле? Коматозники.
которых мозг умер, а с аппаратов не отключают, родственники не дают. Мертвый мозг рождает вот это. Они умирают. Распадаются все время. Но умеют превращать живых в такую же черную дрянь, из которой сами созданы. Лучше бы меня отключили, чем так. Все, хватит пялиться, пошли. А вот и аттракционы! Трусы запасные взял? Да, стреляют они хорошо. Кто стреляет? Охрана. Воспоминания. А зачем им нас стрелять? Они во всех чужих стреляют. Я так запомню. Значит так, держи. Понимаешь, вот здесь начнет усиливаться твой биосигнал. Угу. Жнецы на тебя сбегутся сразу как на мед. Я понял. Не бойся, жнецов там нет. Главное, стрельбу зря не начинать. Скучный ты астроном! Мы скорее с тоски с тобой помрем, чем от жнецов. Все, хватит сопли возить. Я вперед, танк за мной, прикрываешь. Спирит, работаешь на отвлечение. Головы и балласт. Держимся сзади, чтоб не зашибло. Вопросы есть? Вопросов нет. Деря! Работал? Что это за завод такой? А? Здесь все заводы намешаны. Это память многих людей. Вон! Вон тут ангар! Я точно помню! Там еще дверь с секретом. Сейчас они все отойдут. У нас будет секунд 30, чтобы туда добежать. Рано, Фантом! Фантом! Ну давай. Thank you.
Это какого черта сейчас было? Ты нас всех угробишь. А что ты разнервничался? Спокойно. Мы всех жнецов в округе сюда позвали. Спирит? Жнецов пока не чувствую. Видишь? Тебя никто не тронет. Если ты еще раз посмеешь на меня орать, я тебя пополам сломаю. Здесь командую я! Или есть другое мнение? Не слышу! Есть! Открыл! Ты как? А? Такого точно не помню. Каждой торпеде взрывчатки нам на месяц хватит. На работу. Это можно. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Легче, легче, легче. Легче. Потихоньку вверх. Давай, давай, давай. Давай вылечу. Ерунда. Давай, и руку твою заодно посмотрю. Ерунда, я сказал. Спасибо. Аккуратней! Аккуратней! Крепче держи! Стуканем так долбанет, мало не покажется. Чёртова кома, а? Ведь знаю же его. Государство какое-то. Ну, хоть тебе не помню. Ты чего? Вот все здесь так, да? Как сон. И вот думаю, что сейчас ухватишь. Жнецы! Я же говорил. Как далеко? 500 метров! Опускайте ее вниз! Да, не могу! Минута еще! Оба вниз! Минута, сказал! Командир, блин! Сам закончу. Не успеет. Доигрался. Что делать будешь? Держи ее, парень, сколько сможешь. Понял? Нам остается, все остальные за мной! Он ее один вниз не спустит! Там же кабель! Не рассуждать, выполнять приказ! На счет три! Раз! Два! Три! Бегом! Держите ее! Я сказал, держите ее! Бегом! Ко мне! Давай! Назад!
подрёшь! Не смей! Тащите ее к выходу. Быстро! Потом, гляжу, вы побежали. Дуру вниз потянула, меня за ней. Я на ней верхом лечу, думаю, пиндец какой-то Ваське. Потом эти искры, ферма эта, бабах! Я первым делом подумал, что я уже на том свете. Что это боеголовка рванула. Ну, бог его знает, какие там глюки, когда в коме помираешь. Архитектор, дурья башка, ты чё со всеми не побежал? Приказано ж было. Вот и я думаю. Это ты, значит, в бою можешь стенку построить там, где надо? Да. Ну, а мостик там какой, например? Ну да, смогу и мостик. Молодец. Пригодишься отряду, архитектор. Да мы с тобой в такие места сунемся куда раньше и не думали. А я думаю, его способностям есть применение получше. Мы долго искали место, где могли спрятаться от жнецов, изолированное. Но не могли найти, потому что люди всегда помнят не только место, ну и как попали туда. Так ведь, астроном? А если это место создано не из памяти, а из воображения? Если оно придумано, спроектировано, вот как ферма, на которую упал камень, тогда оно не связано с другими воспоминаниями, а значит, безопасно. Я говорил вам, что приведу вас на остров. А вот тот, кто нам построит его. Он сможет, да? Целый остров. Сможешь? Ну, да, смогу. Лучшее время для выхода прямо сейчас. Яна, ты со мной посоветоваться не хочешь? Нам вообще-то подготовиться надо. Что скажешь, астроном? Если нам всем вместе с гражданскими пойти, то надо выбрать очень чистый маршрут. Такого долго не было. Слышь, теоретик, это все на бумаге, Ян. Мы уже выбрали все запасы взрывчатки в округе. Когда закончится этот запас, куда пойдем? Или жнецы рано или поздно увидят нору через автобус. Что тогда? Выходим завтра. Отряд поведет астроном. Ян, я, может, там что-то сегодня перебрал, но... Ты повел себя безрассудно. Привлек жнецов. Мы так не договаривались. Это мое место. Эта миссия слишком важная. Важная миссия?
Так может, им всем следует еще кое-что рассказать? Потом поговорим. Ну что, не выпиваем, а? Завтра великий день. Да, архитектор? Зараза! Что ты делаешь? Фух, черт, ты меня испугала. Я такое, что пробую. Пытаешься строить? Ну да, пытаюсь. Можно я посмотрю? Я почти уже закончил, на самом деле. У тебя не получается? Да, совсем. Зачем ты тогда сказал всем, что построишь этот остров? Там у лодки ты кричал всем вернуться. Ты не был уверен, что у тебя получится. Ты мог всех убить. Но там же получилось. Жили без меня еще поживет. Нужно просто понять, что ты делал не так. Да стой ты! Ты сосредоточился, ты как-то сделал руками, что-то появилось. Да и возникла тут вот ферма, какой смысл сейчас это говорить? Нет, возник чертеж. Представить полное конструктивное решение. Полное конструктивное решение. Какой город тебе построить на моем острове? У тебя в комнате много воспоминаний? Ну да. Мне интересно, покажешь? Как много? У меня почти ничего. Значит, ты вообще ничего не помнишь? Только ощущения. Это авария, в которую ты попал? Да, я въехал на очень важный заказ, и все это в итоге оказалось ловушкой. Ловушка для архитекторов? Да, согласен, звучит бредово. А эта женщина, вы были близки? Я не помню, но это же не важно. Моя жизнь теперь здесь. Ты же так хотел проснуться. Да, да, я знаю. Но здесь я встретил тебя, и здесь я могу стать собой. Я чувствую, что Ян прав в том, что раз мы ничего не помним, мы можем начать жизнь с чистого листа и
стать теми, кем мы не смогли стать там. Смешно звучит, да? Нет. Я тоже это чувствую. Значит, ты все-таки что-то помнишь? Помню. Помню, что там не могла быть с тем, с кем хотела. А здесь могу. Во время перехода все мети строго за направляющим. В стороны не отходить, не растягиваться. А оружие вам дадут? Оружие вам не нужно. На маршруте жнецов нет. Точка для строительства острова вот здесь. Мы пройдем между холмов. Они нас даже не заметят. А если ты не всех видел? Я их всех знаю. У меня каждый на счету. Спирит. Похоже на правду. Антон, слышь, а это, эти-то брать? Растяжки для взрывчатки. Отряд астроном ведет. Теперь он начальство. А, понял. В общем, у меня такой вопрос. А что мне строить на острове? Ты архитектор, ты не скажи. Да у меня есть один проект, но он чужой. И заказчик был бы против, если бы я бы взял его. Ну, я думаю, тут ты можешь послать его куда подальше. Не знаю, что там за проект, но ты мне, архитектор, отдельный домик построй. Чтобы мастерская была. Ну, все дела. А, тогда мне жакузи. Мне с Киром. Так, так, ну налетели. Все, теперь в порядке живой очереди. Жнец! Так, этого не может быть. Я все проверил. Ты уверен? Я говорю, что чувствую. С жнецами всегда так. Если что, с таким балластом мы никуда не убежим. Может, вернемся? Другой шанс добраться у нас будет не скоро, но решать тебе. Фантом, у тебя опыта побольше. Твое мнение. Лучше разделиться, проверить все направления, потом вернуться в эту точку и выбрать новый маршрут. Разумно. Твоим надо остаться, охранять людей. Останусь я, архитектор. Архитектор тебе не поможет. Стрелять он не умеет. Опыта у него ноль. Возьми лучше танка. Или хочешь, я останусь? Нет. А что с ним сделается-то?
Это ж просто разведка, а здесь люди. Нет. Я смогу. Все в порядке. Танк остается. Архитектор, вон до того склона. Увидишь самолет, сразу обратно. Понял? Все остальные, каждый по одному направлению. Расходимся. Ты что здесь делаешь? Меня Ян послал. Как чувствовал. Жнец метров 200! Уходить надо! Серега! Пусти его! Не раздавай же. Ты его подкинул! Ты же нас всех подставил! Я не хотел. Надо уходить. Подождите. Все не так, как вы думаете. Вы просто вообще ничего не знаете. Это он у вас всех. Надо уходить. Всем надо быстро уходить. Астроном! Уводи всех! Так, всем слушать меня! Бросаем тяжелые вещи! Живо! Астроном, уведи его!
Эти пришли на манок. Сзади! Вот и все, братцы. Туда! Уже близко. Тебе аванс заплатили? При чем тут аванс? Ты пойми, что они, в отличие от всех этих идиотов, понимаешь, они меня поняли и приняли мои проекты. Тебе наплели, что какой ты классный, какие у тебя великие проекты. И все, мозги потерял? Ты телевизор смотришь, что про твоих клиентов рассказывают? Тебя используют. Не заплатят деньги. Или еще что-нибудь похуже, я не знаю. Не меня есть. И посему от мира старого. Слушатель говорит о вас. Черт. Вам откроется дорога в новую жизнь. Изучай книги. Это книги нашего учителя. У них истина. Это он? Я не знаю. Ты что, не знаешь, как он выглядит? Вообще с ним патронов только и все. Все тихо. Нам сказали, что вы будете один. Но он приехал не один. Мы можем пустить внутрь только вас. Извините, у нас очень строгие правила. А вы заказчик, да? Что вы, нет, я лишь его скромный слуга. Это я отправил вам конверт с предложением. Учитель ждет вас внутри. Я прошу тебя, жди меня здесь. Стой. Что? Вот, пусть будет. Что, больница? Бывшая. Мы просто заняли это место. Давно у тебя эта идея? Да с института еще. А люди так и строят свои уродливые коробки. Да, да, вы абсолютно правы, это полное безумие. Я отправлял их много куда, на разные конкурсы и так далее, но... Бесполезно, бесполезно метать бисер перед свиньями. Этот мир никогда не мог признать что-то непривычное, будь оно хоть во 100 раз лучше. Вы правда сможете построить то, что я вам предлагаю? Идем, покажу кое-что. Я прошу прощения, а чем занимается ваша организация? Ну, просто слухи разные ходят. Дарим людям свет новой жизни. Там и плакатик на офисе. Сейчас все увидишь.
Изучая физиологию мозга, я открыл, что в состоянии глубокой комы человеку доступен целый мир, о котором большинство даже не подозревает. Мир куда лучше, чем привычная нам реальность. Вы имеете в виду сны? Это невозможно объяснить. Не хочешь взглянуть? Я спешу, у меня сегодня много дел. Это не займет много времени. Я уверен, тебе понравится. Ее ввели в кому всего на пару часов раньше тебя, а там прошли месяцы. Удивительно, правда? Кто вы все такие? Группа ученых, которые хотят подарить людям новый мир. А как же духовное учение? Ну, помогает финансировать проект. Мои исследования сочли бесперспективными, так что пришлось крутиться. Ну, а как сказал один мудрый человек, хочешь разбогатеть, создай свою религию. Ты знаешь, кстати, оказалось гораздо проще, чем я думал. То есть мой проект города — это все обман? Ни в коем случае. Город реален. Я собрал по человеку отряд из людей с нужными патологиями мозга, чтобы они смогли выжить в коме. Я нашел художника с потрясающей памятью и воображением, чтобы он разработал достойный проект и смог реализовать его там. Зачем? Ты не понял? Чтобы жить там. Во снах? Мир комы был известен людям задолго до нас. Туда уходили древние правители многих культур. Правда, современная медицина населила его ходячими трупами жнецов. А все эти люди нашли там новый смысл, новую жизнь. Да ты сам был почти счастлив там. Ты там великий архитектор. А что тебя ждет здесь? Дачные коттеджи, да? В лучшем случае. Им всем, как мне, сделали уколы? Ну, так быстрее и лучше для них. Может, надо было их спросить? Ты знаешь, память фантома полностью восстановилась. Он вспомнил, как попал к нам и кем он был тут. Просыпаться он не захотел. Потом его зацепил жнец. На физиологическом уровне это некроз ткани мозга. Он запаниковал, стал угрожать, что все расскажет. А в итоге угробил кучу народа, чуть все не испортил. Я тебя еле успел вытащить. Так что знание правды. Одни проблемы. А все эти ваши последователи, вы их возьмете с собой в кому? Ну, нужны же те, кто устроит быт. Слуги. Но они не знают, что их положат в кому, да? Я взамен даю людям вечную жизнь, полную смысла. Что в этом плохого? Каждый получает в коме, что он хочет. Чья-то роль — быть командиром, чья-то духовным лидером, а кому-то надо быть великим архитектором. Вы просто больной сумасшедший. Вы понимаете, что это просто сны? Ну, какая разница? Ты пойми. Так все, я больше в этом не участвую. Просто отпустите нас, пожалуйста, и все. От знания одни проблемы. Тем не менее, ты сделаешь то, что нужно. Я больше туда не пойду. Ты знаешь, когда жнец настигает человека, через несколько минут его мозг становится мертвым. Где ты ее оставил? В поле?
Ну, странно. Пока норма. Хотя, знаешь, не всегда бывает видно. Отпустите ее, она-то здесь при чем? Я звал тебя одного, ты тут устроил гонки с аварией. Чуть не гробил ее и себя. Короче, ты строишь остров и свой город на нем. Я вас двоих отпускаю. Отпустишь нас всех. Даю слово, никого не удержим. Очнешься опять у себя дома. Мозг притягивается к самым крепким воспоминаниям. На этот раз память восстановится гораздо быстрее. Найдешь астронома, точка строительства города, отмечена у него в карте. А если я не смогу дойти? Сможешь. Этот стимулятор заставит твой мозг работать интенсивно. Бьет, конечно, по здоровью, зато ненадолго станешь суперменом. Так стой, а как они узнают, что нас нужно вывести из комы? Никак. Да есть способ, есть. Изнутри. Черный ход, так сказать. Сделаешь все как надо, покажу. Ну, сам подумай, я же как-то вышел в этот раз. Спи. Все, последнее осталось. Останутся для нас. В общем, все не так, как вы и думаете. Нам надо идти. Как можно быстрее. Многие сначала не принимают. Может быть, стоит дать ему время? Нет. Сделаешь, как сказал. Сам выбрал это место. Сказал, оно величественное. Ты что? Ты ранен? Да ерунда. Устал просто. Я еще поживу на этом острове. Уже совсем скоро.
Даже не верится. Ян все-таки был прав. Вы не поняли. Вы не поняли. Мы все сейчас лежим в подвале у этого психа. Нет никакого острова, его не будет. Это просто сон. Я понимаю, вам сложно понять, но когда все это видишь своими глазами, когда вы там лежите, я... Ты все-таки рассказал им. Они через столько всего прошли. Это не совсем честно. Где строить? Пусть мост начинается прямо тут. Видел Бог все, что он создал. Хорошо весьма. После такого. Ян, я все построил, отпусти нас. Спирит, в той жизни ты видела вокруг себя мертвых и билась в припадках по нескольку раз в день. У тебя нет родственников, а единственного ребенка ты потеряла. Я вытащил тебя из сумасшедшего дома, в котором бы ты осталась до конца своих дней. Танк! А ты потерял свою семью в аварии. Спился до чертей, устроил стрельбу по соседям. Тебе светила психушка или пожизненная. Астроном, а у тебя аутизм. Ты даже не можешь выйти из дома. Бедные старые родители. А что же будет, когда они умрут, а? Ну, а у тебя болезнь пострашнее, архитектор. Твои идеи прекрасны, но они опередили время. А значит, никому не нужны. Тебя бросили все, даже она, которая была с тобой до последнего. Там же он никто. Инфантильный непризнанный гений, который срывает на тебе свою злобу на весь мир. Да готов спорить, ты уже думал о самоубийстве, когда получил тот конверт. Это проект дал тебе смысл жить дальше. Тебе аванс заплатили? Причем тут аванс? Ты пойми, что они, в отличие от всех этих идиотов, понимаешь, они меня поняли и приняли мои проекты. Смейся, я уверен, что после этого заказа у нас все изменится. А? У нас? Угу. Нет никаких нас. Поэтому ты сейчас сидишь здесь, в этой машине. Господи.
Тебе наплели, что какой ты классный, какие у тебя великие проекты. И все, мозги потерял? Раньше ты мне верила больше. Тебя используют. Не заплатят деньги. Или еще что-нибудь похуже, я не знаю. Что за мучает совесть? Отличная машина. Я верю, что это просто подарок, учитывая, что ты медсестра. Но ничего страшного, я куплю тебе новую, когда стану знаменитым. Последний раз тебе помогаю. Мы останемся. Оставайтесь. Вот только теперь я вас тут уже не оставлю. Не могу. Вы бы все рассказали. Да кто нам поверит? Мои последователи. Вы же не можете скрывать вечную. А в раю не должно быть тех, кто знает тайну его создания. Это касается и вас. Теперь, когда вы все знаете, я не могу позволить вам жить в городе с остальными. Да мы никому не расскажем. Все уже сделано. Сейчас вы там задыхаетесь. Началось кислородное голодание мозга. И скоро вы все это почувствуете. Не знаю, в какой последовательности вас отключили, разница несколько секунд, ну а здесь минут 15, есть время попрощаться. Я тоже немного подстраховался. Стимулировать мозг вредно, но я решил, что в данном случае стоит. У меня много дел. Предупреждал, что меня кинут. Что? Нам надо проснуться. Мы проснемся и его отключим. Черный ход. Астроном! Как он вышел, когда напали жнецы? Сны. У всех нас в снах есть то место, где мы сейчас лежим. Если найти себя в снах, то... Поэтому он сказал, что сны опасны. Поэтому он сказал, что сны опасны. Идем. Опасны. Бежим. Все не так просто. Мало времени, астроном, идем. Вперед, идем. Нам нужно в комнату Яна. Давай быстрее. Они уже там. Не пойдем. Чёрт. Есть одна идея. Быстрее!
сон. Все не так. Такого точно не было. Это же сны, я тебе говорил. Надо постараться найти тот зал. Здесь все в кучу намешано. Тогда, наверное, туда. Здесь была дверь и лестница. Здесь все не так! Астроном? Тут все связано ассоциативно. Попробуй искать не по расположению комнат. Это как? Деталь. Деталь ищи, которая напомнит тебе про эту комнату. Это было на картине в той комнате. Прав. Я был прав. Конечно, прав. Астроном все-таки гений, куда бы мы без него. Память всегда сохраняет самое интересное для нас. А ты из всего запомнил храм на картине. Настоящий архитектор. Знаешь, я так хотел, чтобы ты оказался умнее остальных. Ты мне напомнил меня самого. Медицина бьется, чтобы продлить жизнь человека на 5 лет. А я смог продлить на 1000. И знаешь что? Мою кафедру свернули, чтобы профинансировать разработку нового средства от целлюлита. И я не понимал, как жить в мире, который устроен так нелепо, так уродливо, а потом понял. Есть другой мир. Я сам открыл его. Побеги! Но как это я сомневался. Это ведь все иллюзия, сон. Я думал так, пока не сделал открытие. Все, чем мы живем. Все наши эмоции, счастье, радость, гнев, удивление, печаль – это не более чем электрические сигналы нашего мозга. Мы их измерили в коме и в реальности, и знаешь что? Они абсолютно одинаковые. Жизнь в коме так же реальна. Вот и все. Так просто.
sleep, fly. Так, ну, я почти все, но мне необходима пауза, поэтому я предлагаю взять Торика и пойти прогуляться. Ну, хорошо, пойдем. Угу. А что с твоими проектами? Кто-нибудь ответил? Нет. Я думаю, что все дело в том, что презентация неправильная. Да нет, все отлично, просто на вещи нужно смотреть реально. Мои проекты, правда, никому не интересны. Зато в этом году с деньгами будет полегче, мы выиграли тендер. Ты шутишь? Нет. Я поздравляю тебя. Все обвинения, выдвинутые против организации, будут сняты за отсутствием состава преступления. Ведь, как оказалось, все подопытные были помещены в клинику на абсолютно законных основаниях. Организация по сей день продолжает успешно вербовать последователей. Вот эта толпа людей, пришедших сюда к воротам клиники, те, кто с радостью готовится на изменения, не подвергнутся. Думаешь, они до нас доберутся? Я думаю, нам нечего бояться. Иди одевайся. Там, кстати, почта с утра приходила. Какой-то конверт тебе. Да, я уже видел. Что там?
Да, ничего интересного. Так, документы по старому проекту. Up.